Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов встретился с жителями Немчиновки. Основные вопросы повестки касались улучшения транспортной доступности, перебоев в подаче электричества и благоустройства территорий. Также на встрече обсудили работу местного отделения почты, вывоз крупногабаритного мусора, оцифровку дворовых территорий, создание площадки для выгула собак. Все озвученные проблемы были внесены в протокол и превращены в поручения с конкретными сроками и ответственными.